старомодный мишка Тедди Розамунда, сшит из вискозы, специальной вискозы, которая во время сшивания состаривается. Производство Германии. Назвала я свою мишутку Розамунда из заброшки. Сначала я хотела назвать ее Розалия, но она такая смешная, веселая, что Розамунда мне показалась веселей. На Розамунде платьице, вернее, даже не платьице, а юбочка из итальянского кружева хлопчатобумажного состаренного и боди. Вот. Вот такой боди у нее. Юбочка на бантике. Вы можете ее раздеть, сшить какое-то другое платьице. Высота, рост у Розамунды 17 сантиметров. Она может стоять, но из-за того, что лапки у нее кругленькие, стоит она недостаточно устойчиво. Такой веселый дружок для девочки. За счет того, что кружево я оставила, одежда у нее ароматизирована, то есть пахнет Розамунда, как пахло раньше в старых, старинных кофейнях, кофе, корицей и другими специями. Глазки у Розамунды 4 мм стеклянные, восковой носик, набито холофайбером, утяжелитель, стеклянный гранулят. Такая веселая, модная девочка Розамунда.